Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 7 на странице 53 учебника математики для 2 класса автора Дорофеева. В цирке выступали 4 слона, 3 зебры и 5 шимпанзе. Сколько всего зверей выступало в цирке? Чтобы узнать, сколько их было всего, нужно все 3 числа сложить. 4 плюс 3 и плюс 5. 4 плюс 3 равно 7. А 7 плюс 5 равно 12. 12 зверей выступало в цирке. Записываем ответ. Две точки. 12 зверей выступало в раздельно. Цирке. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.